Всем привет! Дорога осталась позади. По-хорошему мне надо было пройти еще где-то километр вдоль дороги, а потом свернуть с нее. Но там идти не очень приятно, поэтому я решил сразу пойти в лес без тропы. По плану, продолжая путь в том направлении, я должен выйти к газораспределительной станции. От нее уже начнется маршрут. Вышел к газораспределительной станции. От нее уже пойду на север. Шел вот по таким кустам, ну вы видели. И обнаружил уже одного клеща на штанах. Но он куда-то упал. Не зря мне посоветовали обработать одежду рифтамидом. Как оказалось, отличное средство. Ну я в этом и не сомневался. Тут колея от автотранспортного средства и образовалась лужа. Интересно, что тут находится, кажется, икра. Кто это, будущие головастики? Еще одна лужа, и тут видна жаба. Вот сейчас она там шевельнулась. Ну и опять же много-много икры. Надеюсь, часть головастиков выживет. И никто их не съест. Сегодня первый день похода. Я нахожусь в заказнике, заповеднике Таруса в Калужской области. Такой большой лесной массив. И в нем очень мало поселений. Есть несколько деревень. Тем временем дорога приобрела такой заболоченный формат. И, а главное, связь исчезла. 4G больше нету. Тут здоровенная сосна раскопана, и вот я смотрю, ржавая деталь торчит. Наверное, копатели искали металл и что-то нашли такое. Я не знаю, что это за деталь, но очевидно, что ее раскопали. А я иду туда. Вижу, тут метка стоит на дереве. Там еще привязано, еще. Видимо, тут пролегает какая-то туристическая тропа. Или кто-то пометил зачем-то. Пойду пока по этой дороге. Прямо на дороге обнаружил следы цивилизации. Кто-то тут пировал. Осталось пара банок обожженных и следы от костра. Дорога завела меня в еловый лес. Мне нравятся такие леса, потому что в них почти всегда сухо. Почва очень хорошо впитывает влагу. За спиной у меня рюкзак. В нем примерно 30 килограмм. Всего собирал по минимуму, но каким-то образом общая масса набралась большой. Хотя вроде все такое легкоходное. Откуда ей взяться? А знаете откуда? Сейчас многие реки пересохли. Ну, либо уровень воды очень сильно упал. И там, где раньше был ручей, сейчас может вообще ничего не быть. Поэтому я взял 6 литров воды с собой. Такой пейзаж, деревья, нависшие над тропой, как в этих, во всяких картинах там, где медведы еще, три медведа лазают по деревьям. Вот тут что-то похожее. Метки на деревьях закончились, и все чаще встречаются завалов, все больше их приходится обходить, облизать. Тут растет такой прикольный, ну, короче, пень. Пень, конечно, уже не растет, но вот мох на нем очень активно растет. Очень мне нравится, когда мох захватывает все целиком. Очень красиво. Я его потрогаю. Мягкий. Ну, конечно, суховато сейчас ему тут, потому что засуха. Говорят, это лето будет жестким. Очень сухим и жарким. Это я сейчас не сел посидеть на дерево таким странным способом. Это я через него перебираюсь. Ну, потому что оно перегородило дорогу.
Что-то я иду и никак не вижу поворота налево. Хоть через бурелом уже иди. Видимо, придется все-таки идти через деревню. Не хотелось бы светиться там. Ну, куда деваться. Либо возвращаться обратно до конца и там поворачивать направо. Нет, что-то я ерунду какую-то уже говорю. Разворачиваться не вариант. Надо идти прямо, прямо вперед. Блин. А я не смогу никак обойти эту Ореховку. Придется по-любому идти через деревню, чтобы выйти на нужную просеку. Либо через бурелом. Я даже не знаю, что хуже, а что лучше. В деревне могут собак натравить, там вилами заколоть. А в лесу может какой-то зверь напасть. Блин. Чего же туристов так не любят? Я не знаю, что делать. Что делать-то мне, что делать? Куда идти-то? Или через деревню, или через лес. Ребята, нашел элегантное решение своей проблемы. Пойду через деревню, но не просто так, а пойду вот так. Вот эта дорога как раз идет туда, и буду идти вот так. Вы не подумайте, я пацифист. Это чисто для устрашения, чтобы понимали, что лучше вилы не доставать и собак не спускать. Только за моей спиной находится Ореховка. А я пробираюсь по периметру, как волк-одиночка. Появились первые признаки усталости. Уже не так легко, как пушинка сидит, рюкзак на моих плечах. Уже не так воздушно поднимаются мои ноги над землей. Но отступать некуда. Надо найти дом на сегодня. Место под дом на сегодня. Уже морально тяжело становится идти по лесу, потому что солнце садится. И хочется выйти на широкую просеку, чтобы там было светло, идти по ней. А еще я забыл взять ходовую бутылочку воды, из которой я пью воду. А вся вода у меня находится в середине рюкзака. Доставать ее очень сложно. Поэтому еще часа два продержусь на маршруте, а потом уже попью, когда приду на стоянку. Когда найду место под стоянку. Местность, по ощущениям, заболачивается. Кажется, что... Сейчас выйду к реке. Или к болоту. А я вышел к приятной лесной дороге. Я не сказал бы, что это прекрасная лесная дорога. Похожа на просеку. Но она так прекрасна, что я пойду по ней. Вот туда. Надо привал сделать. Красота. Насколько же тут классно. Солнце, поле зеленое, птицы поют со всех сторон. Еще понаслаждаюсь этим местом и пойду дальше. По кромке поля.
Там, я думаю, где-нибудь и остановлюсь на ночь. Прикиньте, иду, никого не трогаю, тут комариков разгоняю, и тут ляжка об ляжку трется и натирать начинает. Неприятная ситуация, но я из нее выйду при помощи детской присыпки. Это отличная вещь. Слегка углубился в лес и увидел тут такую заводь. Можно водичку использовать, но у меня пока полная емкость, поэтому мне не нужно. А там впереди еще есть... смотровая вышка. Вот она. А я возвращаюсь обратно и иду дальше по кромке. Не устаю удивляться, как обычные объекты выглядят совсем по-разному с разных ракурсов. Вот оттуда из деревьев я смотрел на этот пруд. Он не был таким ламповым. А вот отсюда смотришь, такие обрывистые берега, деревья растут на этих берегах. Вообще классно, мне нравится. Люди, я все же ступил. Надо было идти по другой просеке. Она дикая, а эта обжитая. Тут населенные пункты. Неохота ночевать под деревней, поэтому остается либо идти дальше и ставить лагерь в темноте, либо забуриться с дороги куда-нибудь в лес и там расположиться. Не знаю, насколько уютно, но других вариантов я не вижу. Долгожданная вода. Решил я остановиться тут. Забурился немного в лес. И сейчас поставлю на этом пятачке палатку. Внутренняя часть домика готова. Все. Как все-таки кайфово, когда рюкзак где-то лежит, а ты стоишь без рюкзака, как будто просто паришь. Я вспомнил, такие ощущения у меня были, когда катался на роликах. Катаешься несколько часов, там усердно, туда-сюда, а ролики, они же тяжелые. И вот, когда снимаешь ролики, хочется прыгать там, бегать вообще, чувствуешь себя пушинкой. Тут тот же эффект, без рюкзака, как будто законы гравитации нарушаются. Место для палатки я выбрал, мне кажется, такое классное, между деревьями. Конечно, вокруг стоят деревья, и некоторые из них сухие, но они не такие толстые и убить меня не смогут. Сначала я хотел ставить палатку где-нибудь там, подальше в лес. Сейчас покажу. Вот где-то туда. Но почему я этого не захотел делать? Потому что там солнышко, а там темно. Все-таки с освещением-то лучше. Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас выложу все шмоточки, которые я тащил. Ну, разложу их так красиво и покажу, что у меня там с собой. А то, что там 30 кг, что там 30 кг? Мне самому интересно, что там такое, ну, кроме воды. Фух, я устал все это дело выкладывать. Сколько я это еще буду запаковывать? Сейчас покажу, что там у меня. Итак, друзья, сначала слева лежит рюкзак. Далее лежит штатив и селфи-палка рядом с ним. Тут лежит, значит, пакетик, в который я кладу всякую электронику. Сумка для фотоаппарата. Нож. Еда. Мюсли, ими можно завтракать, 4 суперсупа, 2 гороховых и 2 борща, сублимат гала-гала, борщ украинский, суп,
с белыми грибами и пастой. Я его не пробовал, взял на пробу. Тут у меня 400 грамм риса в пакетиках. 260 грамм пюрешки. Это пакет для еды. Значит, каша Быстров, овсяная, быстрого приготовления. Тут ее 6 пакетов. Салфетки для того, чтобы, ну, посуду протирать. Титановый котелок. Рифтамид, средство от клещей. 2 пауэрбанка. В таком чехле получаются по 20 тысяч миллиампер час каждый. Фильтр для воды. Это осветительное устройство, фонарик, батарейки, аккумулятор 18650. Что тут у нас еще? Зарядки, парафиновые диски для растопки. Две бутылки по 0,5 литра бензина «Галоша» для примуса. Потом пакеты 3 видов. Крепление для телефона, огниво, зажигалка, нож запасной, 2 пакета с чаями по 16 пакетиков в каждом, баф, вот он синий, для того, чтобы одевать на голову во время сна, 2 рулона туалетной бумаги, 3 бутылки воды по 1,75 литра каждая, детская присыпка. Это у меня аптечка такая небольшая. Пакетик с сменным бельем. Это флисовые штаны. Это тент на случай, если пойдет дождь. Это гамак на случай, если не захочется спать в палатке. Ну, точнее, если некуда будет ее поставить и придется натягивать его. Тут у меня 4 баночки тушеночки. Запасное термобелье для сна. Ну, конечно, спальник. Мешочек для вот этой вот обуви. Эта обувь нужна для перехода рек вброд. Влажная туалетная бумага. Еще салфетки. Респиратор. Пластырь. И детский крем. Вроде бы все учел. А, ну еще, значит, гигиенический набор. Тут у меня фэри, зубная паста, мыло, дезодорант, губка, ну и зубная щетка. Вот такие дела. Вроде бы всего мало. А когда нагрузишь все это в рюкзак, становится ой-ой-ой, как тяжело. Забыл, там еще набор веревок лежит. Кое-что забыл указать. Еще с собой баллончик для защиты от агрессивных животных. 3 таких фаера для, ну, тоже, короче, отпугивания животных. Вообще они в автомобиле кладутся для подачи сигнала тревоги. Но отпугивать животных ими тоже можно. И стяжки. Ими можно что-нибудь стягивать там. Вот так. Теперь это действительно все. Нет, не все. Еще есть вот такой термометр. Он сейчас показывает 15,2 градуса. Уже 14,9. Вот теперь это уже действительно все. Вот такой нехитрый набор снаряжения ношу я в поход. Но я продолжаю учиться и понимаю, что этот набор несовершенен. Как думаете, что на ваш взгляд стоит оставить, а что еще взять? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Просто для меня это реально очень важно, потому что хочется как-то оптимизировать все это. А без чужого опыта у меня этого не получится. Вот. Теперь все это буду собирать. Спальник с ковриком в палатку и начинать готовить еду. Настал долгожданный момент ужина. Будем действовать последовательно. В руках у меня ключ, который нужен для регулирования интенсивности горения примуса. Чё-то поршень не качает.
Беда. Ведь купил же новую резинку. Чё она так быстро сохлась? Ладно, пойду возьму бензина, попробую разжечь. Да, чем примус хорош, так это тем, что его можно разжечь даже с нерабочим насосом. Вот это самый красивый момент, пожалуй. Сейчас горящий бензин разогреет колбу, и тем самым можно будет обойтись без подкачивания. Ну и также он, естественно, разогревает саму горелку для перевода жидкой фракции в газообразную. Попробуем. Попробуем еще раз. Идеально. Налил я где-то 400 миллилитров воды. И добавлю половину этого пакетика. И где-то минут через 20 добавлю пол банки тушенки. Уже где-то 20 минут варю на маленьком огне. Добавил тушенку. Тушенка идеальная. Барс. Ну и стоит соответствующе. Я думаю, уже можно кушать. Приятно покушать тепленькую жижицу. Да еще и с тушеночкой. Так, констатирую. Суп офигенный получился. Можно даже весь пакет было сыпать. Было бы все равно круто. Сейчас поставила воду, чтобы пирожку в нее засыпать. А потом добавить тушеночки. Тушеночку уже всю размял на такие мелкие частицы, чтобы она лучше растворилась, ну, размешалась в картошке. Фух, тушенка офигенная. Просто лучшее. Барс. Говядина тушеная. Я вот не знаю, сколько надо воды на растворение пюрешки. Думаю, немало ли это. Может, это много вообще. Такая получилась похлебочка. Жирок растворился вместо масла. Все стало очень вкусно. Всего приятного, всем аппетита. Сильно похолодало, а у меня теплых вещей с собой нету. Только флисовые штаны. Уже туловище и ноги подмерзают. Пью чаек, чищу зубы и в палатку, в теплый спальник. Там заодно посмотрю, какая температура на улице. Посмотрел градусник, температура упала до плюс 5. Все, лезу в спальный мешок. Градусник показывает сверху внутри палатки 7 градусов. Но внизу, естественно, холоднее. В спальнике, в принципе, нормально, но не хватает радио. Интернет тут особо не ловит, поэтому послушать нечего. Тут у меня все таким образом лежит. И лежу я. Открыл вентиляционные окна, чтобы было не душно. И влажность не скапливалась. Доброе утро. Вылез из спальника. Сейчас уже 9 часов 20 минут.
просыпался уже неоднократно. Первый раз от птиц, второй раз от ветра, еще от птиц. Ночью выли собаки. Я думаю, они либо договаривались, кого загрызть, учуяли меня, либо учуяли медведя и гнали его в мою сторону. Вот. Но, видимо, он пробежал мимо, и все обошлось. Сейчас буду вылезать из палатки. Вчера за ужином напился я чаю, залез в палатку, в спальник, и писать захотелось. Но пришлось терпеть до утра, потому что энцефалитку лень натягивать. А если без энцефалитки выйдешь с палатки, то по-любому клещ укусит. А еще болят тупо все мышцы, особенно ноги. Вчера даже не мог уснуть из-за того, что ноги болят. Ну, типа в области коленей где-то, что-то такое. Мышцы все, вообще все, тупо все. Наверное, это из-за того, что полтора месяца лежал на диване во время карантина. А сейчас вылез. Кашка сама себя не сварит. Титановая посуда хороша для экономии веса. Мне приходится очень сильно экономить воду. Если зубы я еще почистить смог, покушать смог, то умыться, ну, пришлось умываться влажной салфеткой. Если я не встречу чистой реки с питьевой водой, я не знаю, что я буду делать. У меня воды осталось не так много. А сейчас, как я говорил, в этот сезон пересыхает все. Это очень жаркий год. Я реально не знаю, что делать. Надо было брать с собой хотя бы 10 литров воды. Если я не найду воды, мне придется, не знаю что, посмотрим, что придется делать. Штатив я, кстати, тоже уберу в рюкзак, все постараюсь убрать в рюкзак, чтобы было так удобнее идти. А то что-то... Подустал я вчера. Время 11:30, как и предполагал, собрался и уже начал путь. Вчера на этом месте я где-то раскладывал все свои шмоточки, а сегодня прохожу его. Пойду я к просеке старой железной дороги, короче, узкой железной дороги. То ли Калужской, то ли Серпуховской. Пришел в Грачево и смотрите, что тут есть. Это же рында. При пожаре по ней надо стучать вон той штукой, и она будет издавать громкий звук. Все узнают, что что-то горит, и кинутся на помощь. А мне вот туда, обогнуть Грачевку справа,
и выйти на дорогу. Там осталась грачевка, а там будут терники. От деревни к деревне ведет такая бетонная дорога. А вот тут есть возможность обнаружить воду. Тут, видимо, тек ручей, но пересох. В принципе, вода чистая, прозрачная. Но я все-таки набирать ее тут не буду. Интересно, зачем тут такая вырубка? Наверное, тоже какой-то газопровод. Что-то зарыто тут в землю. С другой стороны, елочки растут в рядок, значит, их посадили. Может, от короеда лес чистили. Терники с ЖД где-то там, а тут кончается лес. И я хочу тут отдохнуть. Скинуть рюкзак и просто посидеть минут 10. Эта дорога огибает поле. Рюкзак сегодня я собирал нестандартным образом, поэтому садиться на него не буду. Отстегну пенку. Хорошо. Дошел до терников, там висит знак. А я тут около информационного листа смотрю, что предлагают. Щебень, песок, земля, мусор. А такси нету нигде. Придется дальше пешком идти. В более дождливые времена я бы тут не перешел. Говорят, уровень воды где-то на метр упал. Медленно, но верно закончились открытые пространства, и я зашел в лес. Непонятно, по какой дороге идти, по левой или по правой. Пойду по правой. Это лес полный трагизма. Тут две березы росли бок о бок, а потом упали в разные стороны. А тут бок о бок уже росли сосна с елью. Но правда, тоже засохли. Уже устал идти. Сосны тут реально гигантские. Вот, вот я, вот сосна. На самом деле таких, не знаю, видел ли я. Огромная сосна. Уже хочется кушать. Необходимо после такого долгого пути подкрепиться баночкой тушеночки. А может, даже и не одной. Кстати, что я тут увидел? Сейчас покажу строение. Как думаете, что это такое? Похоже на какой-то стул огромный. Увидел я тут такую колею. Думаю, набрать воды из нее и сварить гречу. Потому что тратить воду мне сейчас нельзя, а на варку пойдет, я думаю, нормально. Тут водомерки плавают. Сейчас подойду вот там, там будет удобнее. Как раз наберу и где-нибудь там и сварю на месте. Вот мой фильтр, которым буду фильтровать воду.
сначала наберу в ковшик, потом отфильтрую рядом, чтобы не баламутить лишний раз воду. Все, пошла чистейшая вода. Конечно, это не быстро, зато никаких проблем с пищеварением. Устал уже фильтровать. Вода вообще по чуть-чуть льется. То ли фильтр уже засорился и надо картридж менять, то ли я не знаю. Но без фильтрации пить я эту воду не рискну. Фух, рука устала. А, не могу больше, все, хватит. Вот этой воды мне хватит для того, чтобы сварить суп и, я надеюсь, гречку. Если не хватит на гречку, то еще дофильтрую. А пока хватит с меня. Разжигаю бензином снова. Тушенка сегодня у меня снов. Первый сорт. Такую никогда не пробовал. Попробую сегодня первый раз. Говядина, лук, соль. Ну, состав отличный. Республика Беларусь, агрокомбинат снов. Посмотрим. Все. Надеюсь, не будет у меня проблем с пищеварением после этой водички. Да не должно быть, она же фильтрованная, кипяченая. А если что, у меня таблетки есть. Что-то я первый раз такую тушенку вижу, которую желешка до конца не заливает даже. Сейчас буду доставать, пробовать. Полбанки суп, полбанки в гречу. В общем, тушенка неплохая, но и нехорошая. Барс лучше. Тут какие-то куски такие сала, не знаю, растворятся они, нет. Барс вкуснее. Берите барс. Супчик слопан. Размесил тушенку на составляющие. Сейчас доварится кашка. Подогрею тушеночку. Вывалю в нее гречку. Перемешаю и буду все это есть. Перекусил, иду дальше. Теперь хотя бы не мучает чувство голода. Но на самом деле хочется сладенького. Сладенький чаечек хочется. Какую-нибудь рамбабу. Такую с хорошей пропиткой, сочную. Да, она бы мне сейчас очень помогла. Хотя не высоко, но приятного мало. Все очень тотально пересохло. Кстати, интересно, как тут проезжают машины? Такой перепад высоты, они все же берут это препятствие. Да. Можно пойти по руслу реки, высохшему.
Очень интересно. Тут очень большое дерево когда-то росло, а теперь остался пень. Дерево упало, и корневая система оголилась. Вода подмыла берег. Да, тот редкий случай, когда можно увидеть дерево не только сверху, его могущество, но и снизу. Да, очень интересно. А тут на дне камни под листвой, песочек. Можно тут сплавляться, наверное, по весне. Да, интересно. Но я иду все-таки на УЖД, поэтому пойду в том направлении. Дорога наверх идет. За что мне это? Снова я вышел на открытое пространство. Это вырубка. Думал идти в ту сторону, но кое-что увидел. Вот оно. Тут холм. Возможно, это и есть насыпь, оставшаяся от узкоколейной железной дороги. Ну, тут, видимо, кто-то забирался, трава подстерта. Так, а тут, кажись, побывали копатели. А может, и не копатели. Может, вырубали деревья, чтобы можно было пройти. Да, видимо, это и есть насыпь. Офигенно, первые шаги по насыпи делать. Фу. Неужели когда-то тут проходила самая настоящая железная дорога? О, да. А теперь тут прохожу я. Так, только надо не увлекаться. Куда же она меня приведет? Кстати, лес тут такой. Прямо самый настоящий лес. Буреломно непроходимый. Там вдали вам не видно, но там есть какая-то лестница, что ли, сооружение. Сейчас пойду туда смотреть, что это такое. А это оказался некий наблюдательный пункт, выполнен с использованием поддонов. Да, конечно. Зачем гвозди забивали в деревья? Можно же веревками привязать аккуратно. Эх, вот люди, поросята. Ладно, пойду дальше. Сломал себе сухую палку. С ней идти легче. Осталось еще понять, куда я иду. Кирдык моей палки. Ну куда-то я должен выйти. Где-то тут должна быть уже просека Серпуховской узкой железной дороги. Не знаю, что это такое тут внизу. Это ров, из которого просеку насыпали. Или тут ручей тек тоже. Может, это тот же самый ручей. Оп-оп-оп.
Наверное, все-таки. Да не знаю я, что тут такое. О, дорога. Счастье. Вот это, видимо, и есть эта самая просека. Ну что я хотел о ней узнать? Можно ли тут проехать на велосипеде? По самой просеке проехать можно. До нее, в принципе, тоже можно. Не знаю, насколько комфортно. Но дорога проходимая. Еле заметил вот еще одну такую постройку. Сначала подумал, что это та же самая, но пригляделся, все-таки другая. Тут еще ведро есть. Неужели тут сидят злые люди и выжидают бедных животных, чтобы их застрелить? Да, боюсь, что похоже на это. А может, просто наблюдаю с целью поизучать? Вот этот вариант мне нравится больше. Издалека показалось, что это бочка. А это ствол дерева выгорел. Вот моя рука, а вот размер. Да, гигантское было дерево. Интересно, как оно выгорело? Тут пожар был. Хотя дерево рядом не подкоптилось. Дорога медленно, но верно растворилась. И снова иду по лесу. Без тропы. По лесу не так сложно идти, как тут сложно удержать направление. Присел, и уже не знаешь, куда идти. Но я-то знаю. Вот туда, через эти два дерева, в направлении от рюкзака. Надеюсь, скоро выйду к полю. Собрался силами, встал, пошел. Когда рюкзак надевал, заметил, что потерял я ремень. У меня он сначала на поясе энцефалитки был, а потом я его намотал на рямку рюкзака. Ну, где-то рублей 350 стоил. Не знаю, пойти поискать или не ходить. Не, в следующий раз найду. Пока пойду прямо. Смотрю, тут тоже земля подрыта. И вот выкопали что-то такое. Ну, как обычно, железное, ржавое. Непонятно. Что-то интересное. Тут такой соединительный подвижный блок. И их несколько. Не знаю, для чего нужна эта деталь. Может, когда-нибудь копатели найдут мой ремень. Пряжка же должна какие-то там сигналы, ну, металлоискатель там пищать должен, если на пряжку наведут. И мой ремень достанут. Да. Дело клюва дятла долбящего. Можно сказать, что к полю я вышел, вот оно где-то тут, видно. Но тут надо либо спуститься вниз, либо пойти поверху. Не знаю, что лучше сделать. С одной стороны, вниз спускаться как-то легче. С другой стороны, там может быть что-то непроходимое. Пойду пока поверху, пока не увижу чего-нибудь хорошего, какого-нибудь спуска, где можно уверенно спуститься и пойти дальше, куда хочется. Не, я передумал. Спускаюсь тут. Заметно, что тут должна быть вода на земле, а тут ее нету. Наверное, тут дофига клещей.
Нигде нет воды. Поле. Условное поле. И тут должна быть где-то условная дорога. Туда. Сколько тут кочек, на которых удобно можно посидеть. Я снова сижу на рюкзаке и думаю, что делать дальше. Есть, я вижу два варианта. Либо спокойно куда-нибудь дойти, найти место для ночевки, либо идти. Это, наверное, еще километров 14 сегодня надо будет пройти. А время сейчас 16:38. 17, считай. Если буду идти со скоростью 3 километра в час, то сколько понадобится-то? 4 на 3, 12, 5 на 3, 15. 5,5 часов, получается, надо будет идти. 5 часов. С небольшой скоростью для того, чтобы уже выбраться с природы, так сказать, к цивилизации. С одной стороны, переночевать было бы проще, да и приятнее. А с другой стороны, была бы вода, я бы переночевал. Тут мне как раз этих 1,5 литра хватит, чтобы дойти. А чтобы готовить еду, уже вряд ли. А еще после этой еды моей пить хочется сильно. Поэтому, наверное, попробую дойти все это дело маршем. Не факт, что получится. Это уже по обстоятельствам. Все, убираю камеру в рюкзак и вперед, чтобы не мешало. А вот так я отдыхаю. Так вот под дерево, раз. Не снимай рюкзак, ложишься. А ноги наверх. А то что-то уже ноги не имеют. До того устали. Удалось отбиться от собак вот этой штукой. Нормальная тема. Еще около 7 километров впереди. Не надо торопиться. Потому что вчера было очень холодно. Ну, в принципе, если идешь, то не замерзнешь. Да, хорошо так отдыхать. Не надо снимать, одевать рюкзак. А это самое тяжелое. Просто перевернулся и встал. Вот так. Я добрался к выходу вполне успешно. Скинул рюкзак и сейчас ощущаю легкость. Сегодня пройдено 25 километров и 600 метров. Еще до транспорта идти порядка 500 метров. Так что 26 будет сделано. Я к таким расстояниям не готовился. Я думал, будет 10-15 километров в день. Но я и рассчитывал пойти в лес на 5 дней. А получилось вот так, как получилось. Воды нету и получилось на 2 дня. Что ж, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Пока!